скажи, а ты меня сегодня любишь? Спросила громко девушка в маршрутке и пуговицу пальцем теребила на кожаной своей осенней куртке. Ей кто-то там ответил в телефоне. Она тихонько стала хохотать. Вчера это вчера, ты что, не понял? А мне сегодня это нужно знать. Напротив, тихо женщина вздохнула. Уж год, как бросил муж, и ждать нет сил. Слезу щеки тихонечко смахнула. Эх, если бы он вот так спросил. А рядом с ней мальчишка лет 5 ладошку папы очень сильно сжал. Пап, ну а ты меня сегодня любишь? Отец вдруг, улыбнувшись, приобнял. Конечно, любит, бабушка сказала. Смотри, как смотрит. Ты ж ее награда. Ты в счастье его в каждом новом дне. И даже сомневаться в том не надо. Улыбка у мальчишки стала шире, и он спросил, а кто-то любит вас? Не знаю, я живу в пустой квартире, одна, наверное, встречу смертный час. Есть дети, внуки, правнуки. Так вышло, что им уже давно не до меня. В маршрутке тишина на миг повисла. Но нужно жить, другого не виня. Мне главное, чтоб жили они в счастье, здоровы, были чтобы все в порядке. И чтоб хоть раз 3 месяца звонили. Я жду их, покупаю шоколадки. Молиться буду каждый день за каждого. Для них всегда горит мой свет в огне. Ведь это важно, это очень важно, когда есть тот, кто любит в каждом дне. А вот меня не за что любить, сказал мужчина. Глупо я совсем, не смог я счастье вовремя ценить. И в том, что я один виновен сам. Да не глуп, вдруг кто-то прокричал. Глупые не сумеют позвонить. Ты хоть раз ее номер набирал? Сказал, что любишь, попросил простить. Мужчина лишь вздохнул, махнул рукой и номер прям по памяти набрал. Скажи, а ты меня сегодня любишь? Люблю еще сильнее, чтоб ты знал. Его глаза наполнились слезами. Нельзя мужчине плакать, некрасиво. Но если бы вы только понимали, как рад ее слышать, всем спасибо. Скажи, а ты меня сегодня любишь? Набрал вслух смс-ку парень в куртке. Ответ в всей маршрутке прочитал. Люблю 24 часа в сутки. А ты, сынок, чё так-то любишь? Старик спросил мужчину у окошка. Люблю, бать, я к тебе 5 суток ехал, чтобы рядышком побыть с тобой немножко. Напомните же близким и родным, чтобы мыслями и сердцем рядом будете. Согрейте их признанием простым, что и сегодня вы их очень любите.